Речка. Всем привет. Сегодня поедем еще с одним моноколесником, с Вадимом, на биатлонную трассу. Я сейчас экипировался по полной. То мало ли что. Шлем одел. Давно его не надевал. И как-то без шлема едешь, народ вообще никак не реагирует. Со шлемом все что-то в стороны расступаются, пугаются. Так. Осталось 5 секунд. Я, наверное, немножко даже сейчас опаздываю, надо будет притопить. Ну все, я тогда вот камеру повешу на грудь и буду снимать с этого ракурса. Поехали. Это уже сделали. Тут правда ремонт по этой стороне, а то вроде не было. Да? Я вот думал, не взяли было по правой проехать. Ну, нам же надо вот по левой стороне Бугринского моста. Да, вроде там можно проехать, а по ПЧ часть. Ну, это только, видишь, по ПЧ, видишь, машинку еще там. Не, не здесь. А уже ближе к мосту. Ремонт, я имею в виду, здесь еще. Ближе к мосту, где авиадук. Ну, до авиадука. Так, заехали к Сереге механику, он тут занимается СТО у него, занимается ремонтом машин, ну, заодно моноколесами. Поспрашивали, какой дорогой лучше, ну, пока еще не определились. Ну, вот Вадим ездил несколько раз и, в принципе, знает, как туда заезжать, и сейчас будет провожатым. А я его, значит, поснимаю. Особо не разгонишься, да, и, в принципе, мы никуда не торопимся. Там тут дождь собирается, это как бы ничего страшного. Скорее всего, ну, по погоде синоптики нам дождь не обещали. Ну, так что тучи, наверное, как-нибудь стороной пройдут, и мы сможем спокойненько доехать. Там какой-то тупик был, и мы поехали обратно. Тут я дорогу немного сам знаю, это в сторону ТЭЦ-5, там, где у нас градирник. Так, сейчас посмотрю уровень заряда. Так, пойдет. У меня есть, в принципе, дополнительный аккумулятор. Я не знаю, полностью он заряжен или нет. Но я думаю, что заряда хватит. Опа. Да, высокая была. Высокое было препятствие. Так, а тут вот такой прыжок сделаем. Так. Пешеходы. Аккуратненько проехали. Ох, а тут камни большие. Но на большие камни лучше не наезжать. Да, тут у нас, на Сибирске,
частный сектор, окраина. Поэтому дорог сюда не завезли нормальных. Но колесо как бы такой транспорт, который практически везде может проехать. Ну, сзади машина едет. Большие ямки. Тут главное ночью не ездить. Ночью, я думаю, опасненько будет. А днем, в принципе, нормально. Я, в принципе, себе сделал. У меня, значит, у нас Рома печатник на 3D принтере сделал крепление для фонарика. Я его скоро повешу, приделаю, то есть, к этому корпусу. Вот, штатное крепление не подходило, потому что вот тут ручка на колесе, она мешалась. И можно будет и ночью ездить. Там света в раза в 3, наверное, больше, чем в штате. Штатные фары. Штатная фара ни хера не светит. Но это, в принципе, много кто знает, что так вот со штатными фарами, моноколес заводскими. Вот тут такой вот лесная тропинка, собственно говоря, с шишками, с белками, с всякой живностью. Кто-то спрашивал про медведей, лосей, но я думаю, что такие крупные хищные животные и не хищные здесь не водятся. Опа! Да, классно тут почилить. Вадим, а мы это подъезжаем к этому, да? К парку или еще? К Выборной только подъезжаем. К Выборной? То есть это до биатлонки еще пилить и пилить, да? Ну, понятно. Не, все равно я это поснимаю. У меня есть запасной аккумулятор. И 2 или 2,5 часа свободного места на карте. Я пошутила, я не хотела. Так он ехал. Что, ноги не устали? Ноги не устали? Устали. Ноги. Да. Не устали ноги? Маленько. Ага. Это что, стали затекать, блин. А, ну вот тут осваивай. Давай вон лавочку. Значит, пенсионерская катка подразумевает иногда небольшой сделать перерыв. Вот педалька я задел. Что-то под большим углом зашел. А, тут я был, кстати. Но я не выкладывал видео, тоже записывал. Это я до ТЦ-5 ехал, когда... А что, по той стороне лучше, да? А мы не в сторону ТЦ-5?
Туда, да? Я тоже думаю, что надо в ту сторону. Я однажды там ехал, и вот оттуда доехал, до Градирень. А вот тут вот спуск, да? Ограничение 10. 10? Ну мы так и едем. Ну, плюс-минус 10. 10 а погрешность у спидометра плюс-минус 20. Знаешь же об этом? Нет, там маленькая погрешность. Ну, то говорит, что можно на 20 больше, ну, как бы разрешенный по этому, по знаку. Потому что типа погрешность спидометра. Не, не поэтому. Как не поэтому? Не поэтому. Погрешность-то нет. Что? Погрешности такой большой нету, а даже если была, она в другую сторону. Не, ну у нас разрешено в России плюс 20. Но разрешено не из-за погрешности. А из-за чего? Да ну просто так. Люди гоняли, умирали. Да прям так. Так лояльно к этому, к скоростному режиму. Я думал, за погрешность. Прикольно, я здесь ни разу не был. Сколько живу тут с рождения. Я сюда не заезжал. Садоводческое товарищество, как бы. Ну, считай, что почти в черте города. Вот тогда вот про которую Сергей говорил. Ага. Ну я лучше тут пешком пройду. Фух. А снял? Да, снял. Россия не работает. Как не работает? Работает. Там поднималось. Вот такой вот затяжной подъем и красивые виды. Это мы где? Плющихинский. Плющихинский, да? Плющихинский. Так, ну, один аккумулятор почти использован. Сейчас я переставлю камеру. Ой, аккумулятор переставлю. И продолжим. Так. О, а тут 83%. Ура! Сейчас точно хватит. 100?
Так, тут песочек и мелкий гравий. Так, тут попробуем проехать по этим. Оп. Небольшая авария. Я не решился поехать по такому песку. Там-то ожидал, а здесь не ожидал, что забуксируется. Да он только бы прыжок помог большой. Да, тучи мне не нравятся. Что-то тучи могучие. Серые большие. Темные даже, я бы сказал. Темные тучи мне не нравятся. Но надеюсь, что мы не попадем под дождь. Если что, у меня есть большой пакет, я сверху на колесо накину. А в арте у меня гидроизоляция есть. Да, тут движение не шибко интенсивное, поэтому немножко можно проехать. А тротуары сюда не завезли, к сожалению. Так, а дальше куда? В тупик заехали. Слушай, ну тут, конечно, не очень удобная. Что-то, не знаю, заметил, споткнулся, да? Что-то. Ну как, коленом? Полицейский. Нет. Нет? Полицейский. Бля, точно. Заметил. А он сливается. Зараза, блин. Во, а вот что. Давай попробуем. Заделали брешь и не пробраться, короче, туда. На эту, как она называется? Лыжная база, да, или что там? Тренировочная. Биатлонная. На биатлонную базу не пробраться. Зря я нападался. А может, не зря. День хороший, день чудесный. Дождя нет. Птички щебечут, кузнечики стрекочут. Колесо вроде целое. А, ну вот. Вот добавилось. Что-то на ручку, что ли, упало? Ну, тоже. А, ну вот. Везде ручка уже. Ну. На ручку можно еще наклеить? Да, на ручку можно наклеить. Уже поздно. Нет, а она тут можно лаком закрасить. А, ну тут немножко по корпусу куцка. Кто-то предусмотрительно положил. Нашли вход. Сейчас попробую тут проехать. До биатлонной. Если не будет народ тренироваться, то
Мы потренируемся вместо них. Речка. Как там? На биатлоне? Не выходи. Если они побегут, то они бегут по ней, вроде как. Ага. Хотя не знаю, роллера-то я не видел. Но... А вот по этой, да? Ну, по этой где бегают. Да? В смысле, вот по этой вот надо ехать? По... Нет, по ней где бегают. Поехать типа по... О, мы еще в другую сторону, ну ладно. А ты делаешь что, как будто ты это тоже, лыжник? Так. Мы видим мостычки, что-то. Вот так делаю. Из-за кустов не видно, кажется. Кажется, что да, что ты на лыжах. Просто у нас более другие лыжи, как бы другой модели. Давай по стрелке поедем. Давай, да. А то что против шерсти? А, ну мы выйдем сюда же, блин, это круг будет. Ну и хорошо. А есть большой круг? Сейчас выйдем, ладно, маленький, потом поедем в большой. Зерцо. Мужик какой-то работник, а видишь, тоже с палками, с пузом. А я что, на спортсмена не похож? Не, просто без формы. Я в форме. Ты с формой, ты похож. Я и с палкой. Снимаю тренировочный процесс. Ничего не знаю. Те, которые отсюда ушли, теперь смотрят сюда, думают, эх, зря ушли. Да. Садись быстрее на этот, как он, на стульчик, чтобы не заняли. Сейчас тут прибегут, как займут. Ну, а это вот так спортсмены отдыхают, на пеньке сидят и мангалятся. Что, обратно? Мне очень интересно. Слушай, мне кажется, наоборот надо по красной идти, короче, я, наверное, перепутал. Наоборот, наверное, все. Типа для пешеходов? Наверное, да, для пешехода, да, для этих. Что там это? Травинки на левой ноге, под левой ногой.
сегодня опять горочку видел. Так, это вот бегунцы бегут. Короче, это для бегунов. Они это тоже пацаны, которые пролезли через забор. Ну да, они просто убегают от охранника. Вот здесь... Сейчас, кстати, покажу. А здесь, вот это вот тренинг под ногой. Какой? Такой же самый ногой, да. Остановись. Вот и все. Куда? Налево. Налево стрелочка идет. Сюда? Да, давай налево.